Очень большой. Короче, я сижу на почте. Надо кое-какие документы отсканировать. Сегодня 5 октября 2019 года. На улице мороз. Даже солнышко выходило. Вот где я. Фотокопицентр. Гуляю. Видите, как на улице классно. Время сейчас... Сколько же сейчас времени? Не знаю. А вы не знаете, который час примерно? Спасибо большое. А то я снимаю, не могу посмотреть. Не 6. Да? 5. Спасибо большое. 5:28. Вот такое сейчас время. 17:28. Жду, когда мой номерок будет. Вот там на экране увижу. Хотя отсюда совсем не видно ничего. У-у. И экрана не видно. Нет, видно. Там сейчас 72-й. Не знаю, как вам показать. Там экран, и там 72-й. А у меня 76-й. Вот, видите? В общем, жду. С вами посмотрю на эту красоту. На фонарики. Очень красиво. О, пацаны, поехали. Класс. Самокат. А я не хочу самокат. Я хочу Audi малиновую. И уже очень давно хочу. Лет 25 точно. Не знаю почему, но именно малиновую. И чтобы в фарах там, в передних, был белый свет. Вот в этих фарах. Чтобы были белые такие полосочки света. Гуляю, короче, с вами. Может быть, там у меня уже загорелся мой номерок. Не знаю, короче. Ребятка пошел. Звездочки. На счастье. Захотелось вам показать себя и кусочек прекрасного Питера. Видите, какая туча? Наверное, дождь пойдет. Сейчас пойду гляну на экран. Что там? 72. Походу 72, меня нету. У меня 76. А вверху что там не вижу. Ну, короче, жду. Я жду. Когда я умру, я знаю, что потеряю. Я жду. Вот такие песни в голове. Видите, какое небо. Может, снег пойдет, потому что очень холодно. Я не знаю, может быть, 0 градусов. Но очень хочется на море, правда. Я в этом году не была на море. Первый год. Каждый год куда-нибудь езжу. В том году была в Краснодаре. В позатом году была в Крыму. В позапозатом году была, по-моему, в Финляндии. Не помню. В общем, каждый год езжу на море. У меня новый свет в голове. Это в Крыму новый свет. Как будто я вот была в этом году. Но я не была. Очень хочется на море, правда. А как вы знаете, сейчас квантовый век. Что пожелаешь, то и сбывается. Если поеду на море, обязательно вас возьму с собой. О, велосипедисты. Хи-хи. Катаются по дороге. Смотрите, какой стол классный. Красотища, правда? Так, надо посмотреть. Тут там меня вызовут, а меня нету.
Вроде нет, 73-й. А у меня 76-й. В общем, ждем. Не знаю, вам, наверное, скучно со мной ждать. Ну что делать? Ждать и догонять самое неприятное. Я сегодня проснулась в 2 часа дня, знаете, а уснула часов в 6 утра, наверное. Короче, я уже как ребенок, поменяла день с ночью. Ну, меня, в принципе, пока это устраивает. Пойду на работу, конечно, не будет это устраивать. Вон там 73-й, 72-й. А у меня 76-й. В общем, жду. Давайте посмотрим, что тут за красота. Образцы продукции. Уху. О, 378-й называют. Ладно, мои хорошие, жду. Не буду вас утомлять. Всем прекрасного вечера, субботнего. Пока-пока. Люблю вас.